выбирать, с кем буду тратить запад. Еду выбирать. Кизару ответил? Он сказал, что ни за какие бабки. Он сказал, ни за какие бабки. Вот так он сказал. Ну, короче, я думаю, больше надо предлагать просто. Да не, я думаю, он реально не сделает. Бро. Серьезно. 10 миллионов долларов. Думаешь, откажется? Мне кажется, что он настолько фанат того, что он делает, что он не любитель, короче, вот этих инфоповодов, вот этой всей хуйни. Такое ощущение есть. Хорошо. 20 лямов у меня оказалось точно. Ну, думаю, да. А вот, может, у Казика взять 100 лямов на фит с Кизару просто? Просто ради прикола. Бля, Олег откажет. Я думаю, нет. Знаешь, что самое сильное? То, что на стриме с Малостроем за фит с Дрейком предлагали лям. Да. За фит с Кизару полтора. Вот уровень уважения к человеку. Да уж. Уважаем, любим, ценим. За жвачку, за продукт.